февральские холода не остановили 50 улан-удэнцев, которые решили провести массовое обливание холодной водой. Так, самые морозоустойчивые жители столицы решили поддержать большую всероссийскую акцию, трансляция которой велась на всю страну. Наш корреспондент продолжит. Вот с таким задором больше 50 смельчаков, которые не боятся ветра и мороза, встретились, чтобы облиться холодной водой. Флешмоб «Быть здоровым – это модно» прошел в формате телемоста и объединил под одним флагом порядка 15 регионов нашей страны. Закаливание позволяет держать, как говорится, свой организм в тонусе, восстанавливать терморегуляцию, улучшать свое физическое состояние. Под энергичную музыку сначала разминка. Многие из участников несколько лет закаляются в лютые морозы. Эмоции хорошие, настроение хорошее, погода позволяет. Быть здоровым – это модно. Пришли поддержать всей семьей всю эту акцию, всероссийскую акцию. И как бы победа вот за нами. А, отлично! Отличное настроение. Что, бодрит сильно? Очень бодрит, прекрасно. А кто-то пришел на акцию впервые и нисколько об этом не пожалел. Холодно было? Вообще нет. Горячо было! Мы разогревались, было классно. Все присоединяйтесь на следующий год. Организаторы акции уверены, что в республике такое мероприятие станет традиционным и более масштабным. Уже в следующем году рассчитывают, что, несмотря на морозы, удастся привлечь больше участников. Анна Владимирова, Василий Коренев, Валерий Муратов. Вести Бурятия.